сегодняшний день в Бангкоке, мы решили начать прогулки в храм Ват Пакнам. Но оказалось, что путь к нему усеян другими, не менее красивыми храмами. Мы даже попали в большой музей, и все это бесплатно. Естественно, мы не удержались и засняли весь путь, поэтому усаживайся поудобнее, сейчас покажем. Такая милая улочка, узенькая, красота. По пути встретили вот такой храм, вот уже более классическое исполнение Диккенса другого. И только у нас фотограф, молитву читает. Вазе нравятся такие вот узенькие переулочки. Класс. Вот еще одна реконструкция храма идет. По пути у нас одни храмы. Школы и храмы. Зажрались вы, сударь. Уже обычными храмами вас не удивить, да? Нам что-то такие... Что-то такое этакое подавай. Видали, какие есть рыбы огромные? Лодка прошла, и такие кони здесь плавают. Где вы, ребята, гуляли? В Бангкоке. А в Бангкоке можно такое встретить, да? Да, можно. По пути в храм. Поверните налево. Окей. Такой парняга здесь гуляет. Красивый, с хохолком. Финишная прямая до храма. Такой интересный ракурс у нас по пути. Очень красиво. Огромный, просто огромный. Вот она пагода. Вот он памятник огромный. И снизу, видимо, тоже можно заходить. Окна. И все просто внизу находится. Тут ширик. Все внизу, и поэтому найти красивый ракурс очень тяжело. Сейчас будем бегать, искать, откуда сфотаться. Просто нереально. Видите, как здесь все хорошо прорисовано. Просто глаза, уши, рот. Без кондиционеров просто ужасно. Есть возле пагоды классный такой большой музей. Такой типа покажи. То есть очень интересно. Жалко, конечно, что тут все за китайский написано. Но есть все посмотреть, очень. И лодки стоят, и машины, и мотоциклы, и посуда, и все, и резьба различная. А мы течем. Идем в пагоду? Да. Сначала думали, что не красят. Оказывается, не будет каким-то спиртовым раствором все эти колонны. Смотри, сюда. Без закаляния. Все это без обыкновения. Белка, птичка вверху. Еще птичка вверху. Помой потом все. Какая интересная резьба. И тут Остапа сейчас понесет, да? Машинки. Фотать, 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 да? Сейчас у тебя коллекция будет пополняться. Тут, оказывается, продолжение. На весь стол списали. Белки, олени, очень красиво.
искать наши. Поросенок, собака, петух, папа мой, это мама у нас, обезьяна, ой. Кота! Один в один. Что, она страшненькая. Один в один, Виолетта. Коза. Так, у нас год лошади. Так, это у нас год крысы. Красивая крыса. Год быка. Кстати, сестра петух. Сестра тоже петух, как отец мой. Тигра. Заяц ушастый такой. Что-то дракон не вырос. Вот я. Год дракона. Пинь, куриль, баянь. Змея. Таких коров мы в Таиланде видели полным-полно. Но с горбом я, правда, не фотографировала без него. Но уши у них розовые-розовые. Позже выложу фотографию. Классная. Точно. Смотри, какие глаза красивые у них. Прям не то ли ты. Такой полноразмерный, да? Здесь даже телефоны выложили. Всякие разные. Есть и вот. Ой, да, я такие, такой помню. Такие Blackberry. Современные. Blackberry, это вот прям у Наски был. Массандра. Бинокли. Тоже такой многогранный музей, да? Самое, что удивительно еще, что когда смотришь, вот гуляешь по этому музею, не верится, что Бангкок настолько отстал, и здесь так все шикарно выполнено, то есть дерево, все, прям тончайшая работа. И выходишь, буквально в двух минутах здесь лежат просто, ну, мягко говоря, бомжи, да, и грязь сплошная. Немножко грустно от этого. Тогда все из дерева, все очень красиво. Там стол был шикарный, сейчас дойду. Вот я про вот эти столы, вот еще огромные. Понимаешь, ценник, кстати, древесины. Горячо? Ай! Так, вот, заходим в пагоду внутрь. Ты еще что-то мне говоришь, да? Ого. Это вроде как Хануман у них называется. Как думаете, кто этот голливудский актер? Это король их. Он себя любит везде. Памятники везде. Фотографии, портреты. Только он вечно себе чуточку... Ну, старенький уже. А везде молоденький. Привирает он чуть-чуть со своим возрастом, да, везде? Здесь, так понимаю, проходит служение. Все в коврах. Такой мягенький ворс. То есть, ну, для нас тут особо смотреть нечего. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что наверху есть. А так вот этот алтарь у них, монахи сидят, посередине Будда, слева и справа, понимая, что почитаемые монахи. Слушай, подойди ближе, посмотри, насколько выполнена идеальная работа, каждая морщинка, даже складка. Посмотри, где локти, локтевые сгибы, все-все-все проработано. Старались. Такие статуи мы очень много видели в Камбодже, в Анкровате. Ну, конечно, не такие красивые, но тут прям постарались, резьбу сделали. Но суть та же самая. Таких тоже много. Кстати, вот такой же летучий след, да? Большой памятник, вот он, маленький. Ну, там куча. Очень много статуэток будет. Будды. Очень много будды. Типаж
пейзаж на самом деле напоминает нам руссконародный стиль. Все красное, золотое, голубое и роспись даже такая похожая на нашу. Привет, рисую. Полки. Тут третий этаж. Ну, здесь уже стеклое блоко, вернее. И статуи, и фотографии почитаем на комнатах. Фотография, статуя. И там то же самое. Получится поближе. Статуя, он плотки. Так вот и Мона себе, да? Я бы тоже хотела, чтобы меня так запечатлели. Нет? Памятник тебе надо поставить, да? Ну, нет, я хочу, чтобы меня почитали, поэтому мне надо что-то придумать. Четвертый этаж. Лифта нету. Вот этот этаж самый красивый, да? Ну да, он такой изумрудный. И если говорить здесь чуть выше тоном, то прям эхо распространяется сильно. Очень красиво. Внизу лотосы, символ Таиланда. Вот опять Будда кругом. Космос. Здесь есть еще балкончик. Колонны. Стеки колонны. Пагоду, самый верх на балкончик. Такая красота. Огромный Будда. Там виднеется город. Тут у нас красивая ветвулька. Вся мокрая, как мышь. Почему как мышь? Все, внутри мы закончили. Храм абсолютно бесплатный. Тут и музей при нем. Ау-ау-ау! Стой. Горячо. Очень красивый, очень большой. Вот там видно. Сейчас пойдем искать красивый ракурс, чтобы да. Было видно. И вот эту пагоду, и, соответственно, и Будду. И пагоду, и Будду, да. А то, потому что здесь очень все так застроено, что и красивых фотографий мало еще сделаешь. Пока ищем красивый кадр. Вот лодочка. Тут еще храм мы видели. Будда на слонах. А, он же лежачий Будда, смотри, тут. Uh-huh. Лодочки катают туристов. Вот, мы ищем вот этот ракурс. Что такое? Ёперный кардебалет. Где мои деньги? Витуля, молодец. Вот он еще. Зашибись. Как найдешь деньги, мне скажи, хорошо? Поделись. На горе обезьяна, она наступила в говно. Тут? Ну что тут? Ну обойди, ну вот же. С их сторон. Фиолетово-виолетово. Блин, вот с этого ракурса он. Это столб, блин, ужасно. Голубь возле меня стоит на расстоянии вытянутой руки. Вообще не боится. Ну рыбы тут пипец, монахи не знаю, чем их кормят. Камеру, наверное, плохо видно, но здесь ее просто тьма. Это размер, ну, как полторы китины наших здоровые с лопатой. А, да ладно, Витуль. Ты еще по всем храмам разнесешь. А? По всем храмам разнесешь. Он тебя же смотрит. Что такое за срамку? Вообще не пустит никуда. Тихо. Пытается? Зонтика, ну как надо. Не то, что мы с тобой. Mm-hmm. Ух ты. Мы искали вон тот ракурс, а тут вот такое нашли. Класс. Так это еще не все. Вот здесь. Ближайший Будда. Вот девочка. Девочка Будда. Голодные монахи. Очень мальчик, очень девочка. Очень красиво.
что закрыто. Также не бойтесь безобидных петухов. Ой! Это что такое? Ну как так-то? Контент не для детей называется. Везде очень вкусно пахнет благовониями, пропитанный запах. Это, видимо, какая-то мифология, что вот он Будда великий, стоит на трех слонах, а это, так понимаю, пороки все, демон, вот он, алчный, видимо, что-то монетку ест или что. Вот здесь то же самое. Турельчика, ну-ка подвинься. Тоже стоит с этим золотом, так понимаю. Такой интересный Будда. Много голов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 голов. Это... Голубь, ты попутал? Это... Чуть было не было. Ты чё убьёл? Если бы на мой лысый голову попало бы, всё. Было бы до ушей. Было много денег. До ушей. Слушай, мы, походу, были не богаты. Ага, это наступило, мы чуть не обосрали. Какие бороты красивые. Вот они стоят. Драконы, драконы. Там же кладовая, что ли. Умных хоббитов. А, это какой туннель хоббитов? Это Будда лежачий. Ничего себе. Тут, наверное, надо разобраться, я не знаю. Я по-прежнему не понимаю. Тоже очень красивый храм, здесь такой блестящий и наливающийся. Здесь блеск. Вот. Генетическое существо тоже. Интересно. Драконы, драконы. В общем, здесь решили подойти к одному храму, а тут их не обойти. Храм на храме.